и читает, сейчас будет говорить стихи вот этого человека. Красивые ровные зубы, окрутные перла, они настрого румяные губы, хранят их красот людей. У них всегда есть теплая хата, хлеб выпечен, вкусен кусок. Здоровые, сытые ребята, на праздник лишний кусок. Впереди идет эта баба к обедне. Ну, то есть идет эта баба к обедне перед всей семьей. Как на стуле двухлетний ребенок, то есть сидит как на стуле двухлетний ребенок у нее на груди. В рядах шестилетнего сына нарядная матка идет. Сейчас знакома всем эта картина, любящий русский народ. Ну ты вообще! Что? Да это же. Ну, Андрей, я не ожидал тебе такого. Ну ты. Ты гений? А я еще и Тургенева знаю. А Оксимирона знаешь? Я за полтора часа эти два стиха выучу. Да вообще. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце стало. Что оно играет светом, по листам припекало. Ну-ка заново, Андрей, сначала. Я пришел к тебе с приветом. Рассказать, что солнце стало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, ветка каждый. Каждый птицей встрепетнулся, и весенний полон жажды. Рассказать, что отсюда на меня весельем веет. И не знал, что буду петь, но песня зреет.